слово, главное слово в каждой судьбе. В семье Юдиных слово «мама» звучит чаще остальных. У Екатерины и Василия 8 детей. Шестеро младших вместе с родителями приняли участие в конкурсе. Как говорит сама Екатерина, они легки на подъем, любят путешествовать и гулять на природе. Успешно совмещают занятия спортом и творчество. Обожают легкую атлетику, играют на музыкальных инструментах и занимаются вокалом. Когда молодые встречаются, молодая семья, это здорово, начинает зарождаться вот именно молодая семья. Но когда в семье начинает звучать слово «мама», семья начинает жить другой жизнью. Это переворачивает все. Это становится, семью сближают эти сложности, материнство и так далее. Поэтому мы поем песню «Мама», потому что она очень для семьи символичная. Если много деток, то им нужно уделять много внимания, коль уж они есть, интересоваться, что хочет твой ребенок, и стараться максимально помочь и поддержать его в этом. У нас есть и будущие повара, и будущие врачи, и будущие летчики. Они уже знают, чего они хотят, а мы стараемся просто с супругом помочь им воплотить их мечты в жизнь. В рамках конкурса семьи делились своими традициями и взглядами на жизнь, показывали дружность и сплоченность, раскрывали разносторонние таланты. Жюри пришлось нелегко, к тому же система оценки была весьма строгая. Баллы присуждались не только за исполнение, но и за оригинальность и постановку номера, а также качество выполнения портфолио. Однако, как отмечают организаторы, это не соревнование. Главная идея конкурса – сплотить семьи, разнообразить досуг, помочь им завести новых друзей и напомнить о главных и незыблемых семейных ценностях. Зачастую работа, дети, семья, дом – это вот все обыденное. А тут вот хотелось вытащить их из дома, чтобы они показали себя, познакомились. Конечно, все переживают, но задор есть. По результатам конкурса победу одержала семья Климовых. В качестве главного приза им вручили сертификат на индивидуальную фотосессию у профессионального фотографа. Также все участники получили сервизы и сертификаты в магазины мебели и товаров для дома. Организаторы надеются, что конкурс станет традиционным и будет иметь еще большую популярность в следующем году. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа регион.